В Казалинском районе приоритет отдан строительству самых востребованных социальных объектов. Сейчас в районе строится 17 таких объектов. До конца года в поселке Айтекеби планируется сдать школу на 250 мест. Уже ведутся отделочные работы. Строительство этой школы началось в сентябре прошлого года. Средства были выделены из республиканского бюджета в рамках дорожной карты занятости. На строительные работы привлечено свыше 120 работников из числа местного населения. Планируется сдать объект до ноября. На стадии завершения строительства дороги, соединяющей поселок Айтекеби и город Казалинск. В рамках проекта проведена реконструкция двух мостов и двух водоотводов. В текущем году выделено 4 миллиарда на ремонт дорог и мостов. В итоге доля дорог хорошего качества увеличится до 85%. Протяженность дороги между поселком и городом 7 километров. Она улучшит дорожное сообщение. До конца года дорога будет сдана в эксплуатацию. В следующем году будет сдан в эксплуатацию мост на участке Карлан. На реализацию проекта из республиканского бюджета было выделено 4 миллиарда 484 миллиона тенге. Надежная переправа прочно свяжет с большой землей более 10 населенных пунктов по другую сторону Дарьи. На сегодня здесь в две смены работают около 50 человек. На данный момент завершено 50% буровых работ. До середины октября полностью завершим бурение. Все работы ведутся по графику. Качество на постоянном контроле. До октября следующего года сдадим объект. Еще один масштабный проект, который существенно повысит качество жизни сельчан – газификация еще 3 аулов. До конца года голубое топливо придет в аулы Жалантузбатыр, Кашахпай-Примов и Басхара. На сегодня полностью проложены внутренние газовые сети. Протягивается газопровод. На 3 населенных пункта предусмотрено 795 миллионов тенге. В общей сложности проложено 59 километров газовых сетей. Установлено 11 ГРП. В сентябре-октябре работы будут завершены. Свыше 4000 населения этих аулов, 26 социальных, культурных и предпринимательских объектов планируем подключить к газу. А еще в районе строится автодром. Говорить о востребованности этого объекта не приходится. Прежде жителям района приходилось ездить сдавать тесты на водительское удостоверение в Кызылорду. Теперь у казалинца будет собственный автодром. Он будет обслуживать и жители соседнего района.